Уже в юности, учась в Московском университете, а впоследствии и в Петербурге, в школе кавалерийских юнкеров, поэт осознает всю мнимость, обманчивость светской жизни, ее пустоту. Неосуществленные мечты рождают в сознании поэта те самые души мятежные порывы, которые слышатся нам в каждой из строк знаменитого стихотворения, одного из лучших стихотворений поэта Лермонтова «Парус». Именно оно в основе жемчужины русской поэзии и музыкальной лирики композитор Александр Варламов создает романс «Белеет парус одинокой». Солист Дмитрий Мазанский.